Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Дмитрий Николаев. Приветствую вас на своем канале. И в сегодняшнем таком уроке-обзоре я хотел бы вам рассказать, как установить виртуальный Android на вашем персональном компьютере. Вот на примере моей операционной системы Windows 7. Но хочу сказать, что он, как говорится, упакованный как для операционных систем Windows, Mac и Linux. Значит, что такое Genymotion? Это такое решение, которое основано на VirtualBox, которое виртуализирует, а не эмулирует операционную систему Android. Откуда и вот такой сумасшедший прирост производительности? Ну, для того, чтобы протестировать некоторые программы, некоторые игры, всю систему попробовать перед тем, как это все делать на вашем смартфоне или планшете, я всем рекомендую установить себе на компьютер, сначала пробовать тут, а уже потом устанавливать на свое устройство. Итак, мы переходим на сайт, официальный сайт genymotion.com. Открываем браузер, и сразу тут нам предлагают пройти регистрацию. Вот, нажимаем в правом углу на вот эту ссылочку. Итак, мы перешли на страницу с регистрацией, где вот в правом углу нам предлагают ее пройти. Придумываем себе какое-нибудь имя, он же логин. В следующем поле мы вводим адрес электронной почты, на которую придет нам подтверждение. Мы придумываем пароль и подтверждаем его. Далее, значит, вот в этом разделе мы ставим галочку, если хотим разрешать Genymotion разработчикам высылать уведомления по нашему e-mail, который мы указали при регистрации, о выходе новых версий. И в следующем разделе мы ставим галочку о том, что мы принимаем условия лицензионного соглашения. И после чего нажимаем на вот эту красную кнопочку. Здесь нас благодарят за регистрацию и говорят о том, что на нашу почту выслано письмо с подтверждением активации. Переходим в нашу почту и видим, нам пришло вот письмо, открываем его, и где у нас просит вот тут кликнуть для подтверждения активации. Нажимаем на него, и в следующем окне нам говорят о том, что наша учетная запись активирована. Теперь мы можем скачать Genymotion и устанавливать виртуальное устройство на операционной системе Android. Далее, значит, можно сразу вот прямо из этого же нашего сообщения нажимать на ссылочку и переходить, собственно говоря, к разделу, где можно скачать Genymotion. В браузере Google можно прямо правой кнопочкой и перевести все содержимое на русский. Здесь говорится, что вот в этом первом разделе можно скачать готовый к запуску Genymotion и для установки на операционную систему. Эта версия включает в себя сразу VirtualBox, то есть скачивается сам Genymotion и скачивается VirtualBox. Если у кого не стоит в операционной системе VirtualBox, то, естественно, нажимайте вот на эту ссылочку и пойдет скачивание. У меня же вот VirtualBox уже стоит, поэтому я перехожу к следующему разделу. Вот тут эта версия уже должна иметь VirtualBox, установленный для запуска виртуальных устройств. Вот это именно мне подходит, поэтому я нажимаю на вот эту ссылочку, так как у меня операционная система Windows, и так как у меня, еще раз говорю, повторяю, установлен уже VirtualBox, поэтому я нажимаю на эту ссылочку. У кого нету установленного VirtualBox, нажимайте на вот эту ссылочку и переходите к установке после того, как она скачается. Установится сразу и Genymotion, и VirtualBox. Так, я нажимаю на вот эту ссылку «Скачать». И вот у меня пошло скачивание размером 24,9 мегабайт. Итак, мы видим, что наш файлик вот скачался от Genymotion. Давайте пройдем быстренькую установку его и добавляем ярлык на рабочий стол. Здесь нажимаем «Финиш», пошел запуск. Итак, тут нажимаем «Yes». Далее нам предлагают тут список с разными операционными системами, я имею в виду версиями андроидов 4.3, 4.4 и так далее. Здесь можно их отсортировать по версиям, например, 4.2. И здесь уже можно по моделям, смартфоны или это планшеты. Поэтому тут выбирайте уже, что кому нравится. Вот я выбрал Samsung Galaxy X3.
нажимаю на него и выбираю кнопочку Next, далее. После чего сейчас произойдет загрузка этого девайса. Вот оно, всего лишь 161 мегабайт. Пока идет загрузка, я ставлю видео на паузу. Итак, устройство загружено, и сейчас оно вот как раз устанавливается. И теперь можно нажимать кнопочку Finish. Я уже зашел под своей учетной записью. Вам будет предложено вот такое окошечко, где нужно будет ввести логин и пароль. Вот тут тот, который мы зарегистрировали на сайте только что. Нажимать кнопочку ОК. Итак, устройство у нас загружено. Мы видим, что мы загрузили смартфон Samsung Galaxy S3 с операционной системой Android 4.2.2. В нем стоят разрешения экрана 720 на 1280. Для монитора это большие разрешения экрана, поэтому сейчас вот тут нажимаем на гаечный ключик и будем выставлять значение, которое нам подходит. Значит, здесь показывается, что процессор будет 1, оперативной памяти будет 1 гигабайт, и вот тут уже будем выбирать размеры и разрешения. Можно также выставить это все вручную, как вам больше нравится. Можно поставить галочку «Отобразить вообще на весь экран компьютера». Я это пока делать не буду, а вот выставлю из предложенных. Например, меня в принципе устроит такие разрешения, как 400 на 800, даже можно еще меньше посмотреть. 480 на 640 я ставлю и нажимаю ОК. После чего запускаем наше устройство или двойным нажатием мышки на вот название самого устройства и нажимаем или нажимаем кнопочку Play. Таким же образом можно добавлять разные устройства, если нажать на плюсик, добавить, и то же самое у нас полностью весь список этих устройств, которые есть. Так, ну а мы продолжаем и запускаем наше устройство Samsung Galaxy. Итак, мы видим, наше устройство вот загружается. Итак, устройство загрузилось, сразу подключается Wi-Fi, нажимаем ОК. Также переходим к программам, тут тоже у нас подсказки разнообразные, все стандартное и все пока на английском языке. Давайте сразу для начала сделаем, русифицируем его, переведем наше устройство вот в этом разделе, вот в этом разделе, и тут ищем русский язык и нажимаем на него. Все, у нас устройство полностью русифицировано. Даже выбираю кнопочку вот эту назад. Здесь сразу же можно безопасность выбираем. И вот тут сразу можно поставить галочку о том, что мы разрешаем установку приложений из неизвестных источников. Ставлю галочку и соглашаюсь. Итак, возвращаемся на домашний экран наш и в сами приложения. Видим, что ни одного приложения нету у нас от Google. Play Market у нас нету, с которого мы хотим устанавливать приложение. Даже уже представлены права суперпользователя, но приложений нету. О том, как установить в Genymotion приложение от Google, мы будем с вами рассматривать во втором уроке. Ссылка на него перед вами. Пожалуйста, нажимайте и переходите. А пока на этом все. С вами был Дмитрий Николаев. Кому понравился урок, не забывайте нажимать на кнопочку «Нравится». Не забывайте подписываться на мой канал. Всего вам всем хорошего.